Конечно же, сегодня у нас главная тема – это вчерашняя попытка вооруженного мятежа, как ее назвали в России. Хотя в большинстве других вне не российских, ну, точнее, не государственных российских, скажем, пабликах, это называли попыткой государственного переворота. Значит, я вам сразу скажу, забегая вперед, так как очень много вообще сейчас разговоров по поводу этой попытки вооруженного мятежа, значит, люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что это была реальная такая попытка Пригожина дойти до Москвы и, значит, ну, скинуть там власть, поменять власть в России. Вторые говорят, что это все такая вот игра, это постановка, конспирология. Вот. Но истинную причину того, почему Пригожин пошел на это, знаю я. Я об этом скажу в конце. Ну а сейчас пойдем по порядку. Итак, вчера просыпаюсь я, значит, утром. И понимаю, что я проспал очень серьезные ночные события. Оказывается, это все началось ночью. Но ничего важного я, к счастью, не пропустил. Когда я проснулся в этот момент, Пригожин как раз зашел на территорию штаба Южного военного округа в городе Ростове-на-Дону. Вот. Ну и я начал сразу разбираться, что это, почему это произошло. И оказалось, что Пригожин показал какое-то видео якобы какого-то ракетного удара по тыловой базе ЧВК Вагнера. Скажу сразу, ну это же явно было какое-то постановочное видео, оно абсолютно несерьезное. И главное, что кроме вот одного этого видео и кроме этого сообщения Пригожина о якобы каком-то ракетном ударе по военной базе, больше вообще никакой информации об этом нет. Никакие там военкоры, никакие спутниковые снимки, никакие украинские спецслужбы. Никто вообще об этом больше не говорит. Ни российские спецслужбы, ни российская официальная власть это, естественно, никак это не комментировало. Ну, по сути, говорили, что этого не, как бы не происходило. Короче, я склоняюсь к тому, что это, конечно, Пригожин просто такую мульку замутил, чтобы как-то обосновать. Понятно, что он к этому готовился. То есть, как он... Он это представил так, как будто бы вот я сегодня, значит, узнал, что долбанули по моей базе тыловой, поэтому мы выходим, значит, на Ростов, идем на Москву. Но понятно, что на самом деле это так не происходило. На самом деле для такого рейда, для такого марша-броска нужно время, к этому нужно готовиться, это нужно изначально запланировать. Явно понятно, что это была запланированная акция. Поэтому это видео, это, я думаю, полная туфта. Ну, под этим предлогом, значит, Пригожин со своими ЧВКшниками выходит и заходит в это здание штаба, главного штаба Южного военного округа. По сути, они берут его под свой полный контроль, а по факту они и весь Ростов-на-Дону берут под свой контроль. После этого события начинают развиваться настолько стремительно, что пока ты вот только посмотрел одну, допустим, новость, и в этот момент тебе кто-то позвонил, и ты с ним разговариваешь, за этот период уже там несколько сбитых вертолетов, уже колонна где-то в Воронеже, то есть настолько все быстро происходит. И сейчас уже официально подтверждено, что сбито вагнеровцами были сбиты 6 вертолетов, вдумайтесь в это, 6 вертолетов, какой это, да, колоссальный урон, даже просто в финансовом эквиваленте, не говоря уже там про жизни пилотов. Один самолет, ну и в каких-то серьезных боях столкновений ничего такого вроде как не произошло. Они, значит, в этом Южном военном округе что-то общаются с Евкуровым, забыл второго фамилию, и Пригожин с ними общается, нам это показывают, потом он объявляет, что, значит, мы работу никак не препятствуем работе, значит, этого штаба Южного военного округа, мы идем на Москву, и начинают они двигаться на Москву, начинается такая жесткая паника,
Но я все это время, я, естественно, смотрю, мониторю Кадырова. Я жду, что я понимаю, что этот человек должен сейчас нарядиться в свой парадный, в свою парадную военную форму, надеть свои ордена, медали, погоны, лампасы, там, в общем, свадебный этот свой наряд. И должен собрать всех этих своих ряженых силовиков, должен заявить о полной своей поддержке Путину, должен, значит, дать указание всем своим силовикам немедленно выдвигаться в сторону Ростова, Москвы, короче, уничтожить там всех бунтовщиков. Но ничего подобного не происходит. И молчит Кадыров, молчит вся подкадыровская вот эта мишура. Никто ни слова не говорит. Полный штиль. В Чечне штиль. Под этим штилем уже появляются сообщения, что там Песков говорит, что скоро Путин выступит с обращением к, значит, народу. Проходит где-то час, мы ждем этого обращения Путина к народу. Обращается Путин к народу. Кадыров все это время молчит. После того, как Путин обращается к народу, говорит, что, значит, попытка военного мятежа, все будут наказаны и так далее. После этого на канале, телеграм-канале Рамзана Кадырова появляется сначала репост этого обращения Путина к народу и затем длинный пост, написанный, конечно же, не самим Кадыровым, а какими-то людьми, ведущими его аккаунт. Ну и там, значит, в принципе, то, что я ожидал, что он должен, значит, собрать своих силовиков и во время этого совещания сказать, он, по сути, это говорит в этом посте. И не появляется. Нету никакого видео, никакого совещания с силовиками. Ну, я думаю, ну, может быть, чуть позже появится. Короче, после него там Иудов что-то публикует, какие-то начинаются такие посты, но опять нету никаких видеороликов, никаких обращений, ничего не происходит. В общем, сразу забегая вперед, можно сказать, что мы так и не дождались явления Кадырова народу. И я практически убежден в том, что это связано с его состоянием, а его здоровье. Видимо, помните, когда была информация, что якобы там убили Делимханова, там его ранили, Кадыров постил какие-то троллинговые сообщения, и потом он, когда он появился, ну, показался якобы, что вот вместе с Делимхановым он сидит, там перед ними карта. На этом видео состояние Кадырова, ну, оно оставляет желать лучшего. Видно, что он в очень плохом физическом и психологическом состоянии. И я думаю, что после этого его состояние только ухудшилось, поэтому он, видимо, возможно, он даже и не находится в республике, не знаю, может быть, он даже где-то там на лечении, но факт, что непоявление Кадырова в такой момент, оно, конечно, связано с состоянием его здоровья. Но показательно еще была сама тишина, вот этот вот штиль, как все эти подкадыровские вот эти подсосы. Никто ничего не говорил, все ждали, что скажет Кадыров. Понимаете, насколько они были в панике. Это ситуация, когда было непонятно, что происходит. Неужели реально смена власти? И они не знали, как теперь себя вести, если они сейчас, не дай бог, скажут там что-то ненужное, что завтра будет использовано против них уже там новой властью в Кремле. То есть поддержать кого? Путина, поддержать Пригожина. У них, по всей видимости, было замешательство. Тем временем вагнеровские войска, колонны, надо сказать, очень серьезно вооруженные люди, 25 тысяч не называли, значит, количество вооруженных людей с боевым опытом. Да, понятно, что там зэки, что это в принципе не армия, что это, ну, армия не в понимании, я имею в виду, современной армии. Это не такая армия. Это не дисциплинированные какие-то там профессиональные военные. Но это, хоть это и быдло, хоть это и зэки, но это уже люди с опытом военным. И плюс у них есть серьезное вооружение, тяжелое. У них были танки, у них были
им было чем сбивать авиацию. Вы представляете, 6 вертолетов и один самолет, если они сбили. Это какие возможности? У них там и артиллерия. В общем, пока вот этот, этот штиль в Чечне, какие-то публикации губернаторов в поддержку Путина, все это время колонна, вот эта вот серьезно вооруженная колонна, двигается в сторону Москвы. Она доезжает до Воронежа, там начинаются какие-то даже удары по этой колонии. Ну, видимо, с авиации бьют. Там, видимо, избивают эту авиацию. В общем, что-то какие-то моменты происходят. Начинается организованная такая, ну, как сказать, организованная наспех такая работа различных местных властей, типа, допустим, мэрия Москвы или областная администрация Московской области, там, областная администрация Воронежской области. То есть вот эти вот какие-то там чиновники, губернаторы начинают предпринимать попытки организовать заслон движущейся колонии. И они где-то, значит, какие-то бульдозеры, значит, на дорогу перекрывают бульдозерами эту трассу М4 Дон, где-то ее перекапывают. Но все это как-то не останавливает эту колонну. Они просто либо эти самосвалы, значит, с дороги убирают, либо вырытые траншеи закапывают, либо их как-то, не знаю, как они их объезжают. Так, в общем, эта колонна уверенно двигается, она очень далеко заехала. Чечне штиль. Опять Кадыров написал, что он отправляет свои какие-то там подразделения, значит, на подмогу. И после этого мы видим какие-то любительские съемки, что со стороны этого Украины, Донбасса, выдвинулись эти части кадыровские. И мы также из сообщения Кадырова знаем, что из Чечни тоже что-то там выдвинулось. Также по своим каналам я получаю информацию из Чечни, что там какие-то машины действительно видели, что военные какую-то колонну видели, что она, значит, двинулась. Также люди сообщают, что на близлежащих территориях с российскими военными частями, а в Чечне очень много российских военных частей, таких классических российских, то есть это не те части, где служат местные вот эти кадыровские, а реальные вот командированные российские части, что на прилегающих территориях видна паника в этих частях. Значит, колонны потихоньку двигаются, мы все ждем, что войдут эти кадыровские батальоны, войдут в Ростов и начнутся какие-то столкновения. Но батальоны в Ростов не входят. Появляются какие-то фотографии или видео, где там 80 километров до Ростова, типа, колонна двигается. По времени приблизительно мы понимаем, что они уже должны были доехать, уже должны были быть в городе, но в город они, по всей видимости, не входят. Возможно, нет приказа, возможно, просто и не хотят. В общем, бои столкновения с Вагнера, с Ахматом так и не произошло во всей этой истории. Но никакие официальные лица кадыровской власти ни словом, ни делом нигде не выступают. Штиль, Апти Алауддинов, ни слова, ни одного обращения. Вот смотри, почему я обращаю ваше внимание на это. Вы вспомните, как эти люди себя ведут в любой ситуации. Вот Пригожин что-то там сказал, помните, он что-то там сказал, что он не знает, чем занимается Ахмат. Хотя, с какой стати он вообще должен знать, да, чем занимается Ахмат. Но это там настолько ранило этих товарищей, что моментально посыпались обращения от Иудова, от Адама Делимханова, который, кстати, вот как он, была информация, что он там убит или ранен, вот как он тогда пропал, он больше не появлялся. От Апти Алауддинова были вот эти обращения, видео обращения к Пригожину. А здесь Пригожин не просто что-то сказал-то про Ахмат. Пригожин с 25 тысячами вооруженных людей двинулся на Кремль, и ни Апти нигде ничего не выступает, ни Алауддинов, ни Делимханов, ни Иудов, ни сам Кадыров, никто.
полная тишина. Только вот мы видим любительские съемки каких-то там рядовых бичей кадыровских. Они там сами себя снимают, колонны свои снимают. Вот так мы видим, что происходит, примерно понимаем, где они находятся. Но официальные лица молчат. В общем, дальше эта колонна там продолжает что-то сталкиваться, какие-то даже уже удары наносятся Министерством обороны России, удары наносятся уже по Воронежу, в жилой двор там залетает, это все попадает на камеры, Пригожин всячески возмущается. Пока Пригожин со своей колонной двигается на Москву, по России там все офисы ЧВК «Вагнер», они берутся под контроль, сотрудниками ФСБ, там, МВД, ОМОНом, и в питерском, перед питерским его офисом, значит, говорят, что обнаружена газель полная денег, и якобы из нее изъято 4 миллиарда рублей. Пригожин тут же говорит: да, действительно, деньги мои, газель моя, но только она, говорит, была не одна, там две газели, то есть одну газель там, видимо, уже как-то увели. С деньгами. Короче, он говорит: да, действительно, газель моя, деньги мои, это зарплата, которую я должен платить своим бойцам. До сих пор я также платил им наличкой, и никого это не смущало, а что вы сейчас, мол, задаетесь вопросами. Короче, череда таких событий, это как будто бы, знаете, параллельная реальность, вещи, которые невозможно было представить совсем недавно. Они происходят вчера, в течение дня, столько событий, столько всего произошло, столько эмоций. Это был вообще классный день, на самом деле. Итог. Внезапно мы получаем, значит, сообщение от пресс-службы Лукашенко, президента Беларуси, что он провел переговоры с Пригожиным и на выгодных, значит, для обеих сторон условиях, типа, все, вопрос решен, Пригожин разворачивает свою колонну. И действительно, потом и Пригожин эту тему как бы подтверждает. Колонна разворачивается, возвращается из Ростова под аплодисменты ростовчан, под их возгласы одобрительные, под селфи с Пригожиным. Это вся эта боевая колонна вагнеровцев уезжает обратно на места своей дислокации. Затем от Пескова мы уже получаем информацию, что договоренность достигнута таким образом, что Пригожин, типа, уезжает в Беларусь. И больше нет никаких объяснений. То есть, до сих пор нет четкой картины того, о чем там все-таки договорились, как они этот вопрос решили. Да, кстати, пока колонна двигалась на Москву, мы узнаем, что возбуждено, естественно, уголовное дело в отношении Пригожина ФСБшниками, там попытка государственного переворота, терроризм, экстремизм. Очень серьезные статьи. Казалось бы, что там все уже нет, обратного пути быть не может. Но в итоге и с уголовным преследованием как-то вопросы решены. Пригожин в качестве кого? И вообще, ладно, Пригожин переехал в Беларусь, допустим. А что дальше с этими вагнеровцами? Короче, очень много вопросов, на которые не получены ответы. И самое главное... Это у всего ведь есть некая мотивация, надо же все действия объяснять, тем более действия такого масштаба, они обязательно нуждаются в объяснении и в мотивации. И мотивация должна быть очень серьезной. И Пригожин эту мотивацию объясняет тем, что, оказывается, нас обманывали, война, она вообще была, дескать, начата не для денацификации, не из-за НАТО там угрозы, а там просто кто-то хотел... заработать денег и получить дополнительную звезду на погоны. То есть вот так это указывает. И значит, из-за того, что нас обманули, мы поэтому идем для того, чтобы получить справедливость. Вот так это все начинается. А заканчивается так, что справедливость, которой они шли... да, Шойгу, Герасимова должны были им отдать для того, чтобы они с ними выступили по справедливости. Но это, видимо... справедливость по-вагнеровски, это кувалда, кувалдой в голову. То есть вот так это, именно этого ожидали все те, кто шли, те, кто верили Пригожину. А заканчивается все тем, что Пригожин договаривается с, якобы с Лукашенко. То есть, а как же вот вся эта
мотивация, никакие цели не достигнуты. Короче, эта колонна возвращается обратно. Сейчас у нас нет какой-то ясной картины. Я думаю, что в ближайшие дни, наверное, какое-то прояснение по этому поводу будет. Но пока мы не можем, в общем, ничего на эту тему говорить. Вот, но мы, естественно, наша тема, интересующая нас, это, конечно же, кадыровцы и Чечня. Так вот, этот штиль, который стоял все это время, пока колонна шла, пока вот никакие официальные лица ничего не говорили, это все продолжалось до тех пор, пока не появилась информация, что все, переворот отменяется. Вагнеровцы разворачиваются и идут обратно на места своих дислокаций. И вот после того, как эта информация прошла, тут же, это знаете, как, что напоминает, когда вот есть лягушки и болото, когда ты что-то кидаешь в болото, или там палкой, например, по болоту бьешь, ну или по луже, эти лягушки, они сидят, что-то там квакают, шумят, и вот как только ты в эту воду что-нибудь, значит, удар сделал, они и соскочили. И такая раз, тишина полная. Потом волны от того, что ты кинул в воду, они успокаиваются, лягушки обратно возвращаются и начинают обратно квакать, шуметь. Вот здесь произошло ровно то же самое. Пока эта колонна шла на Москву и было непонятно вообще, что там будет дальше, в кадыровской и Чечне, и вообще везде в кадыровской этой элите был штиль, была тишина, вот как после кинутого камня в эту лужу. Но как только развернулись вагнеровцы, как только стало понятно, что переворот отменяется, тут же высыпались видеосъемки от ЧГТРК грязный, от каких-то около там... Короче, все начали, Апти Алаутдинов сразу появился, что-то там построил своих, мы приказ, значит, выполним главнокомандующего. То есть все, моментально кадыровцы в свой обычный режим вернулись, режим тиктокерства. Но, обратите внимание, Делимханов так и не появился, и сам Кадыров тоже так и не появился. Можно ли предположить, что Делимханов реально получил какие-то ранения и, может быть, тоже не в состоянии показываться? Ну, не знаю, все может быть, это лишь предположение. Но факт, что эти два человека, Кадыров так и не появился, хотя должен был, а Делимханов с тех пор еще, вот с тех сообщений, что он был ранен, он больше не появлялся. То видео, которое показал Кадырова, где они сидят перед этой картой, это, скорее всего, старое видео. То есть мы не можем утверждать, что это реально видео снято после сообщения о его смерти. Я не склонен думать, что его убили, потому что это в любом случае как-то мне... Я думаю, что мы бы, чеченцы бы как-то получили бы эту информацию, мы бы увидели по действиям там, Кадырова и их окружению. Но то, что он мог быть ранен, это вполне возможно. С чем же связаны были вот такие... С чем было связано такое поведение кадыровцев? Оно было связано с той слабостью власти, которую они продемонстрировали вот в ходе этих событий. Вы представьте себе, если вот как устроена армия и как устроена работа спецслужб. Спецслужбы, они должны контролировать все отрасли жизни, в том числе и армия. Армию. В армии есть свои, то есть у этих спецслужб есть свои там отделы, которые работают именно в армии. И они, эти службы, подобные вещи, представляете, масштаб вот этого мятежа, если 25 тысяч людей выдвигаются к такой единой колонне, организованно двигаются на Москву, то это ведь они к этому готовились, они об этом совещались. И спецслужбы, которые это все курируют, если они не смогли об этом узнать заблаговременно, предпринять необходимые действия, чтобы предотвратить подобную вылазку,
Вы представляете уровень, насколько там все запущено? Это если этот мятеж был реально правдой. То есть мы сейчас говорим с точки зрения, что все это действительно так и было, как нам это представляли. О конспирологии мы поговорим позже. Так вот, потом, ладно, окей, они об этом не узнали, те вот очень тщательно это все продумали, колонна уже выдвинулась и едет. Эта колонна из Украины, чтобы достичь Москву, ну или даже вот куда она там доехала, до Воронежа, да? Вы представляете, это какой огромный путь, насколько это длинная колонна, как много в ней машин, и я имею в виду, насколько это колонна, движущаяся по федеральной трассе, насколько это уязвимая цель для авиации, для высокоточных там ракет, да для чего угодно, просто долби по этой дороге, да, но ничего из этого не произошло. Эта колонна, наоборот, сбила еще и 6 вертолетов, сбила самолет и вполне успешно добралась там чуть ли до Липецкой области. Там Гитлер даже в шоке, наверное, от скорости движения этих вагнеровцев. То есть, вы представляете, я имею в виду гитлеровские войска несколько месяцев делали этот путь, который те проделали за это короткое время. Понятно, что это не совсем корректное сравнение, но это так просто для в качестве шутки. Так вот, когда, вот представляете, реакцию Кадырова и всех этих кадыровских чиновников, когда они, так же, как и мы за этим наблюдают, и видят, что едет вооруженная колонна, и ее не могут остановить, и в какой-то панике какие-то самосвалы на дорогу выставляют, там, копают, перекапывают, отменяют рабочие дни, объявляют выходные. Видят вот эту вот панику, суматоху, абсолютно неслаженную работу государственных органов. Естественно, у них происходит мандраж. Естественно, они не понимают, на кого вообще в этой ситуации ставить, что вообще дальше делать, а что если реально произойдет переворот, то как быть нам, что они будут делать с нами. То есть у них там паника, поэтому нет вообще ни настроения, ни возможности делать какие-то заявление, поддерживать там какую-то сторону. Но как только становится понятным, что переворота не будет, тут сразу же привычный режим включается и начинаются тиктоки, видеосъемки. В общем, если все, значит, так, как нам это представляли. Теперь, если же это конспирология, и это такая хорошо продуманная игра, многоходовочка Путина, то остается открытым вопрос, а для чего это было сделано, то есть что они с этого получили. Вот все, игра прошла, и какой, значит, итог с этого? Получили ли каких-либо политических дивидендов действующей власти? Ну нет, это наоборот колоссальный урон, это колоссальный ущерб они получили. Может быть, там дальше будут какие-то действия. Кто-то говорит, для того, чтобы объявить военное положение. Ну, мне кажется, это слишком какие-то экстравагантные вещи. Военное положение можно и с меньшими потерями объявлять. Для этого, тем более Путину ли не знать, как это сделать, несколько терактов там у себя в стране произвести, повесить это все на Украину. Ответственность имеется в виду, и, значит, объявить мобилизацию и военное положение. Это он уже проходил с Чечней, когда дома свои же взорвал, повесил эту ответственность на нас. Поэтому я не склонен в это верить. Также есть версия, что, ну, дескать, они, может быть, какие-то планы имели, но они вот не получились. Может быть, они таким образом хотели спровоцировать Украину для того, чтобы они, значит, под этот шумок начали активное контрнаступление, чтобы потом там как-то их, значит, уничтожить. Ну, тоже слабо мне в это верится. Почему? Потому что тот ущерб, тот урон, который получил Путин, колоссальный.
он не мог его не предвидеть. То есть, как если бы они реально это планировали бы, то они бы оценивали риски, если все не получится, что будет дальше. И я не думаю, что Путин пошел бы на такие риски. Поэтому я не склонен, конечно, верить в эту конспирологию. Хотя в целом, конечно, эти события, они очень странные. Да, это реально очень странно. Также реакция некоторых известных российских деятелей наподобие Ходорковского, они тоже, конечно, очень интересны. Ходорковский моментально поддержал Пригожина, призвал людей помогать вагнеровцам. Он откровенно делал призывы, которые до этого я, по крайней мере, не помню, чтобы он что-то подобное себе позволял. Он делал призывы к ростовчанам, допустим, вооружаться и встречать кадыровцев, кадыровские вот эти полки, подразделения, встречать их с оружием в руках, ну, по сути, воевать с ними, уничтожать. Откровенно призывал. И это, конечно, интересный такой момент, потому что ты в такой ситуации многие люди проявляют себя. Вы понимаете, что он, конечно же, Ходорковский отмечает, что это типа он нам не друг. Понятно, что мы потом будем с ним бороться, но вот сейчас это нам выгодно. Но вот тут прикол просто весь в том, что вот этот вот чувак, который сейчас Пригожину выгоден, это тот самый военный преступник, убивающий сегодня украинцев на территории Украины. И вот этот момент, он очень такой интересный. Как интересно, в Украине смотрят на подобные вещи. Короче, было интересно вообще наблюдать за всей этой темой. Но теперь я же обещал вам сказать, какова была истинная причина этого рейда. Многие и те эксперты, аналитики гадают, до сих пор спорят между собой. Сторонники того, что это была действительно попытка государственного переворота, и сторонники того, что это была такая многоходовка Путина, они спорят между собой о целях этого мятежа. А вот истинная цель этого мятежа, она вот в этом видео. Я с вами на вы буду говорить. Что поехал? Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? Ну, никто, а? Никто ты не разговаривал. Я говорю, не надо обращать. Ну, надо, если вы сам просто на вы. Да, я на вы говорю, да, с вами. Просто, если вы говорите, нет, не в меня там, нет, не там. Поэтому да. Истинной целью этого военного похода было опустить Юнусбека Евкурова. Просто этого человека, этого гиганта, этого крепкого орешка, его не могли опустить на протяжении долгих-долгих лет. Это пытались сделать через Кадырова, не получилось. Помните, когда еще Евкуров был главой Ингушетии, там были какие-то баталии между Кадыровым и Евкуровым. Он там выстоял. В общем, они его никак не могли потопить. И вот вся вот эта тема, весь этот Пригожинский рейд, его итог, он в том, что публично был унижен Юнусбек Евкуров, Пригожин отчитал его заместителем министра обороны России, понимаете, зэк, руководитель, бизнесмен. Барыга, по сути, руководитель какой-то ЧВК, частной военной компании, даже разговаривающий по фене, как типичный уголовник, пришел и отчитал заместителя министра обороны. Это вот он, итог всей этой пригожинской темы. Короче, пострадал от всего этого в итоге Юнусбек Евкуров. Вот так и закончилась вся эта тема.